Всем привет! Сегодня расскажу вам, как сменить язык в Adobe Premiere. Зачем это нужно делать? Есть переведенная русская версия, но во всех монтажных программах уже есть устоявшаяся терминология. Она во всех программах одинаковая. Но перевод этих терминов в каждой программе может быть свой. И когда вы садитесь за локализированную версию программы, вы не можете найти нужное название, нужную функцию. И я в своих уроках я всегда говорю все термины на английском языке, потому что они универсальны во всех программах. Сменить язык в премьере – это на самом деле очень несложно, поэтому сейчас я это быстренько покажу. Что делать, если вы запустили премьер и увидели вот это вот название панели, все переведенные функции? И что меня пугает больше всего, то что они перевели даже название всех видеоэффектов и видеопереходов. Допустим, все, что относится к кейнгу, здесь находится в папке прозрачного наложения. Вот мне это в голову даже не могло прийти. Кей, они так и перевели дословно ключ. Ну, то есть это абсолютно невозможно работать. Что делать, если вы открыли премьер, и он на русском языке? Первый очевидный способ, который приходит в голову, это сменить язык программы. Но если вы смените его вот здесь вот, в Preferences, в закладке Creative Cloud, язык приложений. Но здесь не так стоит английский. Если вы только установили премьер, то, скорее всего, будет здесь русский. И вам нужно вручную сменить на английский. И после этого надо переустановить премьер. Но это не то, что нужно. Нам нужно сменить язык быстро и сейчас. Для этого нам нужно нажать две клавиши. Это на Mac'е Command-F12, на PC Control-F12, чтобы вызвать рабочую консоль. Вот сейчас я пытаюсь нажать, но у меня на функциональных клавишах стоят регулятор громкости, поэтому мне нужно добавить еще одну клавишу функциональную. Это Command-Function-F12. Вот. У меня выскакивает вот такая вот консоль. Теперь эту консоль мне нужно переключить в режим Debug Database View. Переключаю. Здесь у нас много всяких галочек, но нам нужна только одна. Вот здесь вот есть строка Application Language. Дело в том, что Premiere устанавливается со всеми языковыми пакетами, которые только есть. И здесь мне нужно просто написать название нужного мне пакета. В данном случае я переключаюсь на N и N. Такое сочетание EN маленькое и EN большое – это интернациональный английский, потому что есть еще EN US – американский английский, EN CN – китайский английский. Теперь, смотрите, нужно сделать немного, нужно закрыть премьер и открыть его снова. Вуаля, теперь у нас все как и должно быть на английском языке. Спасибо за внимание. Пользуйтесь, на здоровье.